«Все цветы для любимых женщин». Телекомпания «Город» и газета «Горожанин» проводит фотоконкурс «Дамам цветы». До 14 марта представительницы прекрасного пола могут выкладывать свои фотографии для участия на сайт телекомпании. Его адрес сейчас на ваших экранах. Обязательное условие конкурса – одна участница может отправлять не больше 3 своих снимков. Наш фотоконкурс называется «Дамам цветы». Соответственно, на конкурс мы принимаем фотографии девушек с цветами. Думается, что все уже чувствуют приближение календарной весны. Вот именно это настроение мы хотим увидеть на снимках. Как всегда, готовим отличные призы. Победительниц фотоконкурса «Дамам цветы» определят путем голосования на сайте телекомпании «Город». Итоги подведут 14 марта, а награждение прекрасных финалисток ценными призами состоится 17 числа.